Сын Анны Блиновой, Сева, перенес тяжелое заболевание. В 3 года ему поставили лейкоз. Лечение длилось 5 лет. Сейчас у Севы ремиссия, и он готов учиться в 1 классе. Вместе с мамой будущий школьник пришел на праздник в парк Гагарина. Сева очень активный ребенок, очень жизнерадостный. Он любит детей, любит общение, поэтому вот такие праздники для нас, конечно, это огромный подарок. Для него это настоящая сказка вообще. Просто прийти с детьми, поиграть, получить подарки. Еще карусели у нас будут по программе. Вот, так что спасибо огромное. На акцию «Внимание, первоклассник» пригласили около 100 детей. Вместе с ними аниматоры-пираты отправились в морское путешествие, искали клад и надували мыльные пузыри. Мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья организовал городской департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Мы, во-первых, хотели бы, конечно, сделать приятно детям в преддверии их похода в 1 класс. Они все волнуются, они этого мероприятия ждут. Их ждет действительно очень много нового в 1 классе. И, конечно, поддержать родителей, которые тоже волнуются. Юным участникам акции раздали сладкие подарки и набор первоклассника. В конце мероприятия дети бесплатно прокатились на аттракционах. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.